По всей стране 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник установлен в честь православных святых, составителей азбуки Кирилла и Мефодия. В городском парке культуры и отдыха прошло праздничное мероприятие. По церковному календарю праздник отмечается аж с середины 19 века, а общегосударственным стал в 1991 году. В Щелковском районе в этом году впервые в концертной программе приняли участие вокальные коллективы не только народного, но и академического пения. Ученики детской музыкальной школы, школы искусств имени Юрия Розу и ДК культуры имени Чкалова. Концерт стартовал в одно время во всех городах и регионах страны. В прошлом году формат был предложенный народные пения, а выступали только взрослые детские фольклорные коллективы. В этом году, видите, разнообразные. Мы поем детские песенки. Дети, которые присутствуют с общеобразовательных школ, поддержали нас в этом. Они должны петь с нами и танцевать, и просто отдыхать. Нам очень нравится, дети веселятся, поют, даже маленькие участвуют активно. В этом году основной темой праздника стало создание первоисточника славянской письменности, азбуки и букваря. Учеников младших классов школ района поздравили с окончанием учебного года и с праздником «Прощай, букварь». На открытой сцене парка также подвели итоги и наградили победителей конкурса чтецов про чтение вслух или душевные строки о родине. Организатором выступили межпоселенческая центральная и детская районные библиотеки. На этом мероприятие не закончилось. Для детей организаторы подготовили настоящий сюрприз – квест по парку. Загадки, игры и, конечно, символические призы. Дети не только демонстрировали свои знания, но и обогатились новыми. Марина Позднякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».